1 июня смена собирает всех друзей. Этот день включил много ярких событий. И День защиты детей, и старт первой летней смены, и много других ярких мероприятий. Я желаю вам, чтобы за эти 3 недели лета вы смогли найти с собой друзей, вернуться в свои города с новыми проектами, с новыми идеями. С праздником, с днем рождения, друзья! Одно из важных событий – это открытие аллеи российской славы. 21 бюст выдающихся людей России представлен на аллее. На территории центра на протяжении всего дня работают 50 интерактивных площадок, на которых каждый ребенок нашел занятие по душе. Я пускал птиц, тут был, играл в дартс. 2 раза попал в середину. Представлен и уникальный проект центра «Парк будущего». Уже в июле этого года пройдет торжественное открытие. 30 павильонов, 6 кластеров. Это профориентация подрастающего поколения и возможность точно выбрать профессию. А пока можно попробовать свои силы и поучиться новому. В этот день в смене дан старт проекту «Равные возможности детям» совместно с Общероссийским народным фронтом. Проект презентовали детям в форме викторины, а единомышленников и представителей региональных организаций-партнеров проекта пригласили на круглый стол, где обсудили региональную дорожную карту проекта и предложили пути реализации. Я думаю, что это большое развитие, и то, что это развитие действительно на федеральном уровне, и развитие некоммерческих организаций, и хорошо то, что они будут также направлены по ребятам с ограниченными возможностями. Сдать нормы ГТО, принять участие в традиционных русских играх, запустить воздушного змея или посоревноваться на велосипедах и сегвеях. Проявить свои спортивные способности мог каждый желающий на центральном стадионе смены. На пляже центра можно почувствовать себя настоящим, но необычным строителем сказочного песочного города. Рады, что посетили. Как бы детям очень интересно. Развлекаются, веселятся, сделали детям праздник. Спасибо вам. А затем территория центра и набережная превратились в настоящие бразильские улицы с яркими костюмами и хорошим настроением. Настоящий зажигательный карнавал. Костюмы ребята готовили в течение всего дня. Сегодня очень круто. Мы выступали очень много раз. Всем очень понравилось, как нам говорили. Было очень весело. Гала-концерт стал ярким завершающим аккордом. Тысячи гостей, атмосфера творчества и праздника. День рождения смены и День защиты детей подарил мальчишкам и девчонкам яркий и незабываемый праздник. Эмоции, радость и счастливые улыбки останутся в памяти надолго.